Дорогой стример, видел, Тёма увлекся космосом. Есть желание в No Man's Sky скопиться? Во-первых, то, что кто-то там увлекся космосом, не значит, что он будет играть во все космические игры. Человек просто играет в Elite Dangerous. В первый раз. Я в эту игру наиграл довольно много времени, и мне, честно говоря, не хочется сейчас на данный момент, но можно было бы. Но ладно бы ты спросил, может быть, поиграете вместе в Elite Dangerous, что, конечно же, такое, потому что это все-таки более сингловая игра. Ну, лично на мой взгляд. Но ты спрашиваешь про No Man's Sky. Совершенно другую игру, совершенно про другое. Ох и чат, ох и чат. Ты знаешь, это как... Ну, типа спросить, я не знаю, у человека, который увлекся теннисом и три дня как сходил на секцию там по настольному теннису, сказать, привет, вот я слышал, что там твой приятель, он увлекся спортом, настольным теннисом, может быть, сходите вместе в футбол поиграете? Понимаешь, нет? Понимаешь? Тёма просто сказал, что он не играл в «Немужицкое небо», и чат решил, что ты сделаешь ему некую экскурсию по игре. А, Тёма не играл, и чат решил, да? А я должен в результате. Идите в жопу, короче. И Тёма пусть идет в жопу, и вы идите в жопу. Все идите в жопу. Это ссора. Все, до свидания, короче. Блин, я не знаю, что за херня. Как так можно вообще? Я не понимаю вообще. Чат уже порешал. Охуеть. И ты посмотри, и на это все равно, ты знаешь, этот сразу вылезает, а я говорил, стример душный, сразу же подкидывает, как говорится, дровишек в огонь, да? Никто не удивлен. Кстати, приложение снова обновилось, искал стрим минут 5. Томпсон скажет, здорово, да? В приложении просто классно. Заходишь, а тебе шорты на Твиче, а где их вообще в принципе быть не должно? Ну ты посмотри наши клипы, это интересно. Причем клипы-то будут не от того канала, который ты смотришь, а от какого-нибудь рандомного. Тебе ведь это нужно, верно? А ты хочешь найти свой канал? Вот, пролистай. Ну ты понимаешь, да? Это как раз таки то, про что я говорю. Твич, слышишь, я не ругал тебя. Я говорю, что мне все нравится. Здорово, говорю, верно? Классное, классное обновление. Мне понравилось, правда. Очень красивое. Я думаю, что его делали все ваши инклюзивные ребята вместе, обнявшись, потому что по-другому это объяснить никак нельзя. Очень понравилось. Мне очень хорошо, когда я включаю Твич. Приложение суперское. Лучшее. В принципе, я не видел никогда. Спасибо вам большое за наше счастливое стримерство. Чат, разрешите, я вам выговорюсь, поплачу. Терморегулятор в аквариуме работал стабильно 3 года. Прихожу домой, у меня в аквариуме уха. Блять, какой я идиот. Сочувствую. Ужас какой, господи. Не могу перестать ржать. В моих беспокойных снах я вижу этот город. Сочувствую. Смешинку поймал. Silent Hill. Ты обещал, ты можешь как бы не так смешно писать об этом? Это ж ужас какой-то. Если Артур дед, то можно ли баны на его канале называть дедовщиной? Ты прекрати там эти шутки, потому что, во-первых, я не дед, а во-вторых, ты сейчас бан получишь, и потом будешь говорить «дедовщина, дедовщина» там. Угу. О, как вовремя вырубился свет. Я ничего не вижу. Это как этот, да, мем топ про Бэтмена. Показывают Бэтмена такой. And that's how my parents die. Рядом Микеланджело стоит такой: Бэтмен, я нихуя не понимаю, говорит по-английски. А, блядь, это шутка какая-то. Ладно, хорошо. Нам нужны быстрые сохранения, если они есть. Алло, блядь. Ладно, вот сейчас я немного промахивался. Чуть-чуть. Блядь, это что? Я не хочу об этом говорить, бля. Привет. Как хорошо, что я не опоздала на фазму. Радуюсь, как маленький ребенок. Потому весь день через попу. Ну, через попу как бы это хорошо. Как говорится, у меня 15 сантиметров. Это хорошо, если спереди. Но плохо, если сзади. Хотя кому как. Катерина, прости, пожалуйста. Господи, я потом увидел, что это Катерина. Я думаю, так, подожди, щелк. Опоздала. Такой думаю, ну типично вот это вот наговнил. А, Катерина, прости меня, пожалуйста, ладно? Отвратительно, я знаю. Только на одну ночь, пожалуйста. Конечно, сэр. Сейчас я принесу тебе ключ. Слышали озвучку?
А. Не обращайте внимания на эту дверь, это просто ветер. Вот ваш ключ. Комната 203. Да ладно, серьезно, господи, у меня варианты кончаются. 10-15. 10-15. Получается, подожди, если даты именно, а не год, то 0... Придется сходить еще раз, потому что я закрыл курсором. Я не знаю, какая там цифра. 05-16. Что? Что? Да что? Сука, блядь. У меня дверь не открывается, она сломалась. Я дверь сломал. Все двери сломал, походу. О, буквально. Я теперь к другим дверям не могу подойти. Да что ты будешь... О, найс. Разработчик, ты вообще интересно, так, надо по-корейски. Разработчик, ты интересно вообще, ты вообще знал, что так возможно? Так, 0516, да? И это именно, сука, тот самый пароль, который, боже, это возмутительно, буквально. Короче, я все проверил, кроме единственного, а единственный я не проверил, потому что, да. Что-то туман сильный стал. Ничего не вижу. Какого черта? Он все это время, благодаря микрофону, он делал так вот, типа... What the hell? А тут, в общем, а тут у него прорезался, что ему на самом деле 15 лет. Он такой... What the hell? Такой... Come on, girl, just turn. Давай поворачивай. Профессионал! А, блядь! Давайте признаем, ты не справляешься с этой игрой. Не справляешься просто. О, господи, блядь! Убери! Ну там же это пауэр, алао. Вот этот тайминг был. Ладно, Малькольм, гадость такая, ты смог. Впервые за долгое время. Заткнись! Летел похитить! Эй! 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 Блять, выпускай пар! Эй! Ты сейчас лопнешь, чел! О, господи! Помню, какие эти швабры неудобные, высыхая губка становилась каменной. Не знаю, у меня похоже... Не могу сказать, что она неудобная. Просто... Отдаешь ее жене, и она моет, нормально. Ладно, я шучу. Ну как шучу? Так, день одно и то же. Отвертку мне взяты. Может, нужно обратить антенну? Закрой свой опасный следи. Бесполезный кусок говна. Ясно, за твой отец ты не биты достаточно. Да, пан. Держи. Прямо. Время достать истории. Не надо, дед. Господи, что опять происходит? Все нормально. Ты лелеешь, идиот. Я пытался, но на секунду. Я оторву твое яйко. В секунду. Ты мерзавый. Так что жди сратый пикселевый квест-хоррор. Славься, Дрюк Ваб Адамс. Они не здоровы, чат. Они не здоровы, понимаете? Любимому стримеру. Вот этот голос надо оставить. Чат, это просто. Ау! О, man, this is terrible. Да что ты, сука, будешь делать? О, вау. Cold, dank, roomy. Just my kind of place. Спасибо. А ёпта. Что-то тяжеловато идет сегодня, да? Нет, наверное, надо пройти. Я хочу еще раз выйти из этой башни.
Это не так сложно. Упс. А, блядь! Я думал, сверху что-то падает. Прекратите, ёбаный рот!